В этом году траурное мероприятие прошло на мемориальном комплексе «Скорбящая мать» в Рядовском парке. Мемориал был воздвигнут в 1970 году на братской могиле. В ней захоронено более 3000 смолян, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации города. Скульптура, склонившая голову матери, установлена на фоне мемориальной стены, на которой изображен момент казни. В траурной акции приняли участие руководство УМВД России по Смоленской области, около 150 сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников полиции, ветераны, члены общественного совета. 22 июня 1941 года. Наверное, в стране нашей нет такого человека, кто бы не знал, что значит эта страшная дата. Действительно, это дата начала Великой Отечественной войны, самой страшной войны в истории не только нашей многострадальной России, но и на всего человечества. Сотрудники полиции выложили свечами дату начала Великой Отечественной войны и слово «Помним», возложили цветы и свечи в лампадах и поставили вдоль стены мемориального комплекса 77 свечей. Именно столько лет прошло с начала самой страшной войны 20 века.